Кировской области завершились экзамены у школьников. И сегодня сотрудники Департамента образования Кировской области озвучили результаты ЕГЭ по всем предметам. Начали с положительных моментов. В этом году больше 100 работ получили наивысшую оценку. В 2012-м 100 бальников было в два раза меньше. Особенностью этого года специалисты назвали и то, что выпускник лицея естественных наук умудрился заработать 100 баллов по всем четырем предметам, которые сдавал. Также отметили количество наивысших оценок на экзамене по химии. В прошлые годы школьникам больше давалось обществознание. Есть в этом году и те, кто не получит аттестат. Со всей области таких школьников набралось около 200. Исправить ситуацию они смогут лишь в следующем году. Почему, например, большее количество сегодня не сдавших, не сдали предмет математика? И сегодня специалисты, учителя, председатель предметной комиссии они четко ясно говорят, что определенная часть КИМов, она сегодня очень и очень непростая.